Ссылки на тексты, тексты, селфи, снова тексты, и чтобы было не пресно. Он типа Гамлет, и его мобильное приложение заиграло с невыдуманными персонажами. Дядя типа Клавдий, мать типа Гертруда, девушка типа Офелия. Клетка – его внутренний мир, и теперь вся семья играет по его правилам. Гнев, разврат, тщеславие, жестокость, страх, самообман. Стоп. Это социопатия, болезнь всего общества. Не надо мне сейчас ничего говорить. Ты просто подумай об этом еще раз, но теперь потом сейчас, да, я просто уйду, не услышав ни одного твоего звука, ни возгласа, ни движения. Я дух родного твоего отца на некий срок скитаться осужденный, ночной порой днем гореть в огне. Текст шекспировского Гамлета звучит в монологах почти сленгом, вперемешку с Пушкиным и даже Бродским. Режиссер Новосибирского театра «Старый дом» осовременил вечную классику гаджетами, гироскутером, проекцией. Здесь стены – зеркало души, а фитнес – способ выяснить отношения. И по-прежнему в тренде – борьба за престиж и деньги. Не случайно внутри именно этого явления обнаруживается наш сегодняшний Гамлет. Потому что, мне кажется, там вот внутри этих поэтических, ритмических структур живет какая-то сегодняшняя истина, пульсирует. Поэтому это батлы, поэтому это рэп. Противостоять, стоять напротив, на своем напротив настоять. Противостоять неющим на вершине власти, тем, кто любит бабки преклонения. Тем, кто скажет, не читайте книжки, быдло быстро квасти. Тем, кто пишет нам законы, но не писанным закон. Анатолий Григорьев на одном дыхании произносит получасовой монолог «Гипертекст» и взрывает зрителя не хуже рэп-баттла Оксимирона с Гнойным. Своего персонажа актер уважает, а сакральному «быть или не быть» значения не придает. Он остается один, наедине, и он принимает решение, что надо действовать все-таки. И к нему приходит идея, что нужно сделать этот спектакль, в котором зрелище петля, чтобы заарканить все из короля. Поединки на шпагах перерастают в драки, но правых здесь нет, ведь каждый борется за свое. Версия «Все умрут, а я останусь» оборачивается для главных героев семейной трагедии. Юлия Сурикова, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону.